Особая страница истории поселка – это, конечно, Великая Отечественная война. Война пришла, как в любой населенный пункт, не только с первыми извещениями военкомата, но и с первыми похоронками. Осенью 1941 года наш район уже был при фронтовой полосе. И Санково, как железнодорожный узел, конечно же, обращало на себя внимание фашистской авиации. 12 октября 1941 года немецкие самолеты впервые бомбили станцию Санково. Были разрушены станционные постройки, были человеческие жертвы. Наши железнодорожники водили постоянно под обстрелами составы в сторону Западного фронта. Возили оружие, боеприпасы, живую силу воинов, а обратно возили эвакуированных и раненых. Налеты авиации постоянно усиливались. Санковская средняя школа, которая в то время располагалась в проспекте Ленина, вынуждена была прекратить занятия, поскольку настолько были мощные обстрелы авиации. Когда возникала угроза авианалета, то учителя выводили быстро из школы детей, их укрывали в траншее глубокой, дно которой было устлано еловым лапником, и закрывали эту траншею щитами, которые были замаскированы под дерн. Но авиация постоянно усиливала свои налеты. Занятия уже в школе были невозможны. Но в январе 1942 года в поселке появляется 458-й зенитный батальон. И были поставлены зенитки в разных частях поселка – у локомотивного депо, у железнодорожного вокзала, у моста железнодорожного, в районе стадиона. Поэтому фашистские самолеты, подлетая к станции Санково, не могли уже бомбить. Зенитки их не пускали. Нашему центру «Истоки» довелось познакомиться и переписываться с начальником штаба этого батальона и Андреем Анисимовичем Семененко, который проживал на Украине в городе Запорожье. И он нам прислал схему расположения этих зениток. Поэтому такой памятный документ находится в нашем центре. Уже осенью 1941 года в нашем маленьком поселке появляются первые воинские захоронения. Это были воины, которые погибли во время бомбардировок эшелонов воинских. Это были воины, которые умирали в санитарных поездах. Это были воины, которые умирали от ран в нашей районной больнице. И в нашем поселке появляются вот такие одиночные захоронения. Но в 1966 году решением Санковского райисполкома все эти останки воинов были захоронены в одну братскую могилу. Каждый год 9 мая санковчане приходят сюда, возлагают цветы к этому памятному месту. Недалеко находится еще одна братская могила. Там похоронены 4 железнодорожника, которые погибли 6 мая 1942 года. Они вели эшелон, и фашистские самолеты бомбили этот эшелон. И бомба, одна из бомб, упала впереди наш железнодорожный путь, но не взорвалась. И по инерции состав въезжает на эту бомбу и взрывается. Поэтому погибли 4 железнодорожника. 3 имена мы знаем, а вот 4 железнодорожник неизвестен. И братская могила находится здесь. Тоже железнодорожники постоянно ухаживают за этим памятным местом. В 1995 году, в канун 50-летия Победы, в поселке Санково был установлен на вечную стоянку паровоз в знак большого вклада наших железнодорожников в обеспечение перевоза года войны.
Еще необычное захоронение есть у нас в поселке Санково. Это могила летчика Сергея Альфредовича Лимкуля. Мы с ребятами в нашем центре Истоки долгое время пытались узнать что-то о биографии этого замечательного летчика. Но, к сожалению, информация была очень-очень скудная. Это буквально 2 года тому назад нам удалось как-то воедино собрать то, что мы о нем знали. Здесь похоронен 26-летний аспирант Ленинградского института, будущий биолог и ученый-биолог, который в годы войны был летчиком. Он воевал над Балтикой, очень хорошо проводил разведку немецких судов. Командование отмечало его особое умение работать во время тумана, особое умение работать, летать во время ночных съемок. Поэтому интересную информацию, наверное, очень полезную информацию представлял летчик-разведчик нашим частям. И в конце войны, в 1944 году, Сергей Альфредович совершал уже дальние перелеты, и он даже бомбил Берлин. И однажды, возвращаясь с такого перелета, его самолет потерпел аварию и разбился. Разбился недалеко у деревни Соборово. Это случилось в январе 44 года. Поэтому дата, которая здесь указана, 42 год, эта дата неверна. Необходимо исправить, потому что Сергей Альфредович погиб в 44 году. Сведения мы сегодня получили из архива Министерства обороны. В апреле 42 года в нашем поселке вдруг внезапно появились матросы, пулеметчики, саперы, пехотинцы, рядовые, офицеры. Так начала формирование свое 25-я гвардейская стрелковая дивизия. Со всех ближайших районов пополняла дивизия свое формирование. И через 3 месяца, июльской ночью 42 года, от станции Санково отошли 14 эшелонов. Эшелоны шли на Воронежский фронт. Так начала свой боевой путь 25-я гвардейская стрелковая дивизия. Путь ее был легендарный. Дошла с боями до Венгрии. И название позднее она получит легендарное. Будет называться 25-я гвардейская Синельниковско-Будапештская краснознаменная орденов Суворова Богдана Хмельницкого мотострелковая дивизия. А позднее, в 64-м году, дивизии будет присвоено имя Василия Ивановича Чапаева. Дивизия воспитала в своих рядах 79 героев Советского Союза. И вот в память о том, что эта дивизия формировалась у нас, здесь, недалеко от места, где был штаб дивизии, была установлена эта мемориальная доска. Она была установлена по инициативе и при участии работников ремонтно-технического предприятия. И прежде всего спасибо директору предприятия Льву Александровичу Айзенштату. Поэтому памятный знак о формировании дивизии у нас сегодня есть в нашем поселке Санково. В 50-м году рядом с кинотеатром был открыт бюст дважды Героя Советского Союза Василия Ивановича Андрианова. Хоть и родился Андрианов в Бежецком районе, но детство свое провел в поселке Санково и окончил Санковскую 7-летнюю школу в 1935 году. В годы войны был летчиком, командиром эскадрильи, и ему было присвоено звание Героя Советского Союза дважды. В ходе реконструкции площади Ленина в 1971 году бюст был перенесен на привокзальную площадь. Конечно, мы помним о наших земляках, которые погибли в годы войны, которые защищали наше право на жизнь. И много можно имен сегодня привести, но буквально вот несколько. Анатолий Васильевич Дудин, вице-адмирал, командовал подразделениями на флоте. Иван Михайлович Корвин, участник ноябрьского парада 41 года. Юные партизанки Лидия Благодерова, Екатерина Мохина. Единственный в районе участник парада Победы 45 года, кавалер 2 орденов славы Виктор Николаевич Матвеев. И список можно продолжить.
И мы сегодня, конечно, помним о тех воинах, которые не вернулись с полей сражений. В 1975 году у Дома культуры был открыт обелиск славы. Его венчает надпись «Вечная слава павшим за Родину». А в 1986 году, 9 мая, здесь у обелиска был впервые зажжен вечный огонь. Поэтому память о тех, кто защищал нашу страну, кто не вернулся с фронта, кто погиб во славу Родины, эта память священна, и эта память жива. Я сегодня до зари встану, по широкому пройду полю, что-то с памятью моей стало, все, что было не со мной, помню. Бьют дождинки по щекам палы, для вселенной 20 лет мало. Даже не был я знаком с парнем, обещавшим я вернусь, мама. Но степная трава пахнет горечью, молодые ветра зелены. Просыпаемся мы, и грохочет над полночью, то ли гроза, то ли эхо прошедшей войны.